наверняка выводы из того турнира, который она таким замечательным образом выиграла. Это я имею в виду Cup of China. Может быть, теперь более раскрепощенно будет катать короткую программу, понимая, что теперь в ее ногах реальная сила. И не нужно сдаваться, не нужно отчаиваться ни на одном этапе. Ни в начале соревнований, ни в конце. Кстати, ее короткую программу мы не видели, так как из Китая трансляции коротких программ не Елена Лишенко из Украины. Из всех элементов был испорчен только один прыжковый под названием «Максель» 2,5 оборота. Сказать с уверенностью, как судейская система отреагирует на эту мелочь, трудно. Конечно, в короткой программе каждый элемент, особенно прыжковый, имеет ценности гораздо больше. Но вот еще видно на замедленном повторе, точнее, замедленный повтор подтверждает то, что было и видно и так, что флип-то все-таки был на две ноги. Все-таки. Ну, лидирует у нас сейчас Беатриса Лаэнг, и все-таки спортсменка, которая выполнила все прыжки, все элементы чистенько на первом месте. Поэтому
предположить, что система судейская все-таки предусматривает чистое катание для Римерства. Сейчас посмотрим. Марина Амирханова, ее тренер. Да, Лешенко все-таки первая, но с минимальным перевесом и благодаря исключительно компонентам катания. 25 баллов – это выше, чем у кого бы то ни было сегодня, практически на одном уровне с Еленой Соколовой. Компоненты оценены, а вот технические различные программы чуть-чуть ниже, чем у Беатрис Лайн из США, но выше, чем у всех остальных. Отсюда и первый результат 53,8. Но разрыв, как я говорил, очень-очень маленький, поэтому произвольная программа будет все решать. Да, она лидер. С отставанием в 0,4 от нее располагается Беатрис Лайн. Галина Маниченко на третьем месте. На две украинки в тройке. Как интересно. Турнир Капо-Враша у нас складывается. Джоанни Рокет. Елена Соколова. Место номер 5. Пока. Галина Костнер 6. Далее Юлия Нагана. И только затем 8. Кристина Облатова. 10. Людмила Нелидина. На 9 месте Дайна Костнер. И Элина Кетцанин. Лил Янь замыкают. Вот посмотрите, как упало. Это все исчисляется.